Главная тема Восточного экономического форума в этом году – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Деловые сессии разделены на 6 тематических блоков. Международное сотрудничество в изменившемся мире, логистика перемен, Дальний Восток за 10 лет, что получилось и что нужно сделать, технологическое развитие как гарантия суверенитета, Дальний Восток будущего, а также образование и воспитание как основа независимости. Мы хотим сохранить традиционные блоки. Вот содержание мы будем сильно менять. Еще раз говорю, перестраивая его под другую международную обстановку, под другие вызовы, под другую роль Дальнего Востока для нашей страны. В то же самое время, что касается содержательных блоков, то мы их менять не хотим, они отработаны. Мы точно так же будем просить о возможности доложить президенту Российской Федерации о том, что произошло, но только уже не за прошлый год, а за все 10 лет. Как отметил полпред Юрий Трутнев, этот предстоящий форум юбилейный, ведь именно 10 лет назад президент Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век. Прошло уже 10 лет, как сегодняшняя команда по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина занимается развитием Дальнего Востока. Многие наши механизмы сегодня уже нашли такую уверенную прописку в арктической зоне, в других территориях появились территории опережающего развития в моногородах, появилась арктическая зона Российской Федерации и так далее. За 10 лет правительством проделана большая работа. Принято 75 федеральных законов. Создана территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах. Разработаны такие уникальные инструменты развития, как дальневосточная ипотека и дальневосточный гектар. Принята национальная программа развития Дальнего Востока. Эти меры уже доказали свою эффективность. Всего деловая программа Восточного экономического форума включает около 100 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки. Камчатский край планирует подписать 15 соглашений различного уровня. У нас несколько крупных площадок, у нас две сессии, которые касаются рыбохозяйственного комплекса, у нас обширная сессия с презентацией предстоит по мастер-плану, у нас интересные сессии по креативным индустриям, по развитию городов. В стартовый день Восточного экономического форума 10 сентября во Владивостоке впервые пройдет международный форум «День сокола». В рамках форума также состоятся молодежная программа ВЭФ, форум креативного бизнеса, презентация регионов на выставке улицы Дальнего Востока и 12-я международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Также запланирована насыщенная культурно-спортивная программа.